Хороший всем привет, привет! Вы на канале Пиратская жизнь. С вами, как всегда, я бухаю с утра. Побухаю я. Там клетки. Дожилась, дожилась. Вот, видите, товарищи. Эх. Так, что-то я помню много. Ой, блин. Ай, товарищи. Озеро надежды, мать твою, пипец. Блин, течет. Сейчас за тряпку скажу. Ага, что-то я разошлась, так накачала его сильно. Ну, зато полы хоть помою, да, лишний раз. Девочки, вот так вот. Перевозбужденное утром. Озеро. А, все равно нам завтра вот привезут. Главное, чтобы на сегодня хватило. Вот, кто не видел, как я убираюсь. Во, пожалуйста. Видите, все утро. Понимаете? Ну, я недавно мыла. Водичка чистая. Колодезная, понимаешь ли? Колодезная. Для водички, блин. У меня, кстати, периодически такое бывает. Вот проливаешь, особенно вечером, когда воды наливаешь, стакан. Такое бывает. Ты меня прости. Что-то я разошлась. А что-то один раз качнешь, воды нету. Второй раз качнешь, воды нет. Потом начинаешь качать. А потом в итоге что-то ее столько выливает, что тебе слишком много. Вот такая фигня получается. Так, тихо. Фу. В общем, сейчас поздно встали. Очень поздно встали. Все утро с Вовчиком думали. Решали, что делать. Сейчас включу кондей. Так. Кондичек включила. Так. Ну, он сам ко мне зашел и первым поздравил с новым. Ой, мультики у меня играют. Вовчик, что ли, смотрю. В общем, думали, решали, что делать с автошколой. А, в общем, у него завтра экзамен. Вот, он сильно переживает, что, скорее всего, возможно, он не сдаст. Потому что, ну, есть, конечно, вопросы к обучению. А вот. Поэтому он очень сильно переживает. Я не знаю. Очень много, конечно, денег уже влито. 13 500 мы заплатили. Вот. И как бы жалко. Но я понимаю, что когда тебе просто дают мотоцикл, когда тебя особо не учат, да? А вот. И как бы сложно научиться, да? Если ты первый раз общаешься с мотоциклом, я это отлично понимаю. Да и с другой стороны, даже если он эти экзамены сдаст, понимаете? Вот. Я хочу, чтобы все-таки была во мне уверенность, что мы там куда-нибудь не вляпаемся, да? То есть одно дело просто сдать, вот эту змейку проехать и так далее, да? То есть теорию. Нужна практика. Так что в любом случае мы будем брать дополнительные занятия. Сдаст, не сдаст, но в любом случае доведем эти мотоциклы до ума. Так что вот так вот. Так что такие дела. Качала. Вон, смотрите. Накачала. Вот видите, как долго льется. Ма. Вот накачала, и в итоге очень долго льется. Вот, потому что, ну, знаете, вот так вот просто забивать на то, что, скажем так, уже вложились, да, уже нельзя. Поэтому, я говорю, вот, будем доводить вот этот мотоцикл до ума. Просто мы с ним поговорили, надо, не надо, хочет, не хочет. Вот, что делать, что не делать. Потому что, сами понимаете, деньги, конечно, ну, они были потрачены. Вот, и нужно довести его до ума. Мы с ним все проговорили, все решили. Там всякие отступные моменты, там туда-сюда. Подумали. В общем, все, надеюсь, будет хорошо. Так что держим кулачки за него завтра. Но в любом случае, даже если он сдаст, я считаю, что ему нужно будет дополнительное занятие для того, чтобы он именно чувствовал мотоцикл. Потому что, понимаете, одно дело, когда в школе дают уроки, чтобы ты просто сдал, да, галочку получил, а другое дело, чтобы тебя научили именно ездить. Потому что все-таки, знаете, вот та же самая Азия, да, где мы планируем ездить там на мопедах. Вот, смысл в том, что это другая страна, да. То есть нужно чувствовать дорогу, нужно чувствовать все вот это вот действие. Потому что если ты это чувствовать не будешь, то можно попасть в аварию. А я смотрела некоторых других блогеров, что так они сильно попадали в аварию. Тем более мотоцикл и вообще вот эти вот все. То есть машина-то, она по
безопаснее даже считается. Потому что если с мотоцикла упал, то все. Помните, что было, когда вот он упал тогда с мотоцикла? Так что вот такие дела. В общем, он морально успокоился, я морально успокоилась. Вот, я уже как-то, знаете, это пережила. Я, конечно, гнала все больше на него, что вот, там, типа, ты должен, там, туда-сюда. Вот, но он мне просто все объяснил, почему, и что, и как. Вот, что с ним происходит, почему вот, не получается там некоторые моменты, что ему не нравится. А вот, ну, в общем, мы с ним все проговорили. И это, на самом деле, хорошо, когда просто вот он не отмолчался, просто мне все объяснил, и действительно, я это все дело поняла. Потому что страшно, страшно. Для меня самой. У меня все-таки один муж-то, правильно? Деньги, понимаете, которые там с дополнительные занятия и прочее, это все можно заработать. А вот здоровье, понимаете, имущество, а его не заработаешь. Скажем так, это будет намного дороже. Потому что если он попадет в аварию, это, во-первых, мотоцикл может разбиться, да? Раз. А мы сами, понимаете, два. Вот, так что такие дела. Важное решение для себя приняли, что делать дальше, как себя вести и прочее. Вот. Некоторые нюансы. Вот такие дела. Так, у нас еще от сыра остались бутербродики с сыром. Такая, так не поставлю. Хочу сейчас, знаете, что сделать? У меня есть сосиски, такие вот, мы вчера купили баварские. Есть булочки специальные для этих хот-догов. Сейчас сделаем хот-доги. Вот так вот. Хочу сделать хот-доги. Вкусные. Вот. И, наверное, обжарю немножечко для этого. С яичком. Короче, сделаю сейчас вкусно. Вкусно и по красоте. Вот так вот. В общем, девочки, знаете, что хочу сказать? Нужно обязательно слышать и слушать своего партнера. Потому что иногда бывает так, что мы уверены в своей правоте, но, к сожалению, все может оказаться абсолютно по-другому. Он вот пытался до меня достучаться, но я как баран упертый. Это ты виноват, это ты виноват, это в тебе проблема. Конечно же, ты ищешь проблемы. Ты уверен, что везде все виноват. Вот, но он мне объяснил все, я его поняла. Так что такие дела. В общем, мы доведем это дело до ума. И пока сейчас лето, особенно, вот пока сейчас есть время, вот, мы сделаем все по красоте. Все по красоте. Так, короче, будут тогда бутерброды и сосиски с яйцом. Все. Ну, в смысле, бутерброды, сосиски с яйцом и хот-доги. Вот, что я задумала. Все-таки, я говорю, Хавану со мной очень дико повезло. Потому что не каждая женщина себя так будет вести. Я у него молодец. Я у него умничка. Муж-то у меня один, девочки, да? Да и я-то у себя одна. Но мне страшно будет. Если на машине его сейчас там очень хороший инструктор, он прям задрачивает, прям вообще до победного. То есть до автоматизма, там, туда-сюда. То есть, во-первых, понимание, во-вторых, автоматизм. То есть там уже очень много и денег вложили, и так далее. Но, в принципе, знаете, когда на кону твоя жизнь, тебе как-то не особо страшно вот, на деньги. Тут главное все-таки, чтобы человек умел водить. Потому что ты ему доверяешь и свою жизнь, и вообще. Вот. Ну и его, соответственно. Ну, тут у нас мало сосиска, они тоненькие, поэтому я прям сразу все обжарю. Все. А у меня, кстати, знаете, что еще есть? У меня есть вот такой вот сухой лук. Сейчас сделаем по вкусноте. Сейчас у меня сосисочки погреются. Так, сейчас они обжарятся маленько, чуть-чуть, и я сделаю вкусные хот-доги, вот такие вот хот-доги на обед. У меня есть суп, но я чуть не особо хочу. Сейчас.
сосисочки немножко обжарятся, прогреются на сковородке. Будут горяченькие. И мы прям сосисочку в хот-дог положим. Вот. Так что так и дела. Нет, все-таки я у него молодец. Ему со мной повезло. Тебе повезло. Ты не такой, как все. Ты работаешь по офисе. А я уже буду доводить, ну, точнее не я, а мы уже будем доводить эти мотоциклы до дела. Потому что, ну, блин, все-таки взялись, понимаете. Надо уже все-таки довести до ума. Вот. Потому что все-таки это дело может пригодиться. И надо, чтобы не просто он получил права, а чтобы он именно умел, понимаете? Потому что не только его жизнь, но и моя. Может быть. Вот так. Тебе повезло. Ты не такой, как все. Вот, смотрите, видите, хот-доги такие. Смотрите, как делают. Разрезала. Немножечко их расширяем, да? Так что можно было сюда положить сосиску. Сосиску. Вот. Все. Сейчас соусом сделаем, с кетчупом, с люком хрустяшком. Обжариваются. Чуть-чуть вкусняшки. Вкусняшечки могут. Сосисочки. Здесь какая-то странная сосиска. С попкой. Давай-давай. Жарься. Под немножко. Наверное, надо было их надрезать, да? Ну ладно. Прикольные такие. Все странно, они как-то сами так переворачиваются. Смотрите. Идешь, раз, раз, видите, а сама начала крутиться, видите, смотрите, видите, прикольно. Сосиска сама крутится. Ой, ой, они у меня все потекли. Забавно. Вот, и сейчас разобью туда яйцо. Яичков несколько. Мы с ним обсудили все. Даже все варианты. Получится, не получится, надо, не надо. То есть, понимаете, мы обсудили все варианты. То есть подложили соломки. Все. Так что такие дела. И, конечно, я поняла, что я сильно. Тихо, пожалуйста, не лопайся. Слишком сильно давлю на человека. Когда вы сильно давите на человека, ему очень становится тяжело. Крутись, вертись. И пока лето, надо уже это все дело закончить, завершить. Ну, если это будут дополнительные траты, то, значит, так оно и быть должно. Сосисончики мои. Тебе повезло, ты не такой, как все. Так, с таким печкой хочу сделать это. С барбекю соусом. Немножко майонезика. Видите, как у меня скворчит. Важное решение. Ведь в первую очередь это все-таки здоровье, понимаете? Вот такие дела. Да, конечно, деньги. Опять же, я не хочу. Нет, вот, а какой смысл, если, понимаете, вот если он сейчас не сдаст, да, типа ждать пересдачи. И если не вкладываться, да, то какой смысл-то? Ну, если он сейчас не сдаст, то он в следующий раз не сдаст. Вот. Нужны дополнительные занятия обязательно. Чтобы человеку объясняли, что человек понимал, да? То есть на дополнительные занятия явно будет лучше обучение, чем на вот этих базисных курсах. Вот, так что такие дела. Ой, мне как прикольно жарится. Посмотрите. Сейчас делаем. Станет еще чуть-чуть. И все. Поэтому такие дела. Ой, как они сейчас пукают. Крутится. Горяченькие будут. Пищат сосиски. Забавно.
тысячи лет такие сосиски не жарила. Маленькие багалечки. Так у меня брызги везде. Опять надо плиту выкнуть. Сосиски, сосиски, сосиски. Это не я. Это, честно, не я. А! Все. Ушелся. Это... Все, тихо. Так, тихо. Они начали лопаться. Все забираем. Тихо. Так, одну забрала. Тихо, 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 тихо. Так, вторую. Так, так, секундочку. Секундочку. По маленькому огонечку уже, самому маленькому. Все, три сосиски забрала. Так. Все. А сюда яйца попадут. Тихо, 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 тихо. Ох, как они пищат-то! Как они пищат! Жесть! Не пищите! Как живые прям! Забавно. Все, вишенка, сосисочки. Еще будет вкусненько. Все, будет вкусно. Правда, лопали. Все, яичко готово. Посудим немножечко. Две всего, кстати, лопнуло. Так, теперь. Смотрите, у меня есть сосиски, да? Так, как дети хотят. Вот. У меня есть хот-доги. Они, кстати, горяченькие. С сосисками. Вот мы как делаем. Вот мы это дело. Так, видите. О, еще одна лопнула. Так, сейчас кладем кетчуп. Ой, чип-чип. Кетчуп. Точнее, не кетчуп, это майонез. Шоры. Так. Майонезика маленько. Сюда. Так. Кладем барбекю соус. Можно, конечно, там всякие там фигни. Вот так. Тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ. Так, тоже тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ. Во. Тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ. Да. И... Смотри, что мы делаем. Так, у меня тут уже сосиски готовы, выключу. Чайная ложка. Во, пошли кушать! Вот. И вот такой вот, у меня, видите, лук сухой. Посыпать. Посыпку сделать. Во, смотрите, как красиво. Сейчас как раз вот лук прилипнет к этому соусу. Будет очень вкусно. Мы тогда купили этот лук. Тоже делали, по-моему, эти сосиски. Он так приятно хрустит вообще. Такие вот сосисочки у нас с лучком. Лук жареный. Он, кстати, вообще очень вкусный вот этот лук. Мне прям нравится. Во! Знаете, какая красота получилась? Во! Видите? О, супер! Во. Сейчас попробую этот лук жареный. Хрустящий. Криспо анин. Ну там спарит, правильно? Не знаю, как его применить. Не знаю, как его одевать. Все, яичница готова. Наши
сосиски в тесте, точнее, не сосиски в тесте, а хот-доги. Готовы. Будем сейчас кушать. Вот так вот, и чаю. Надо сделать. Все, ладно, мои хорошие. Решение принято, завтрак приготовлен. Как говорится, пол вытерт. Все замечательно и хорошо. Главное не останавливаться и все доводить до конца. Я такой человек, я всегда все довожу до конца. Ни в коем случае я не бросаю все наполовине. Если уже взялись, то нужно довести до ума. Вот так вот. Потому что всех любим, всех целуем. Увидимся на мукбанке. Обязательно доводите дело до конца, не бросайте на полдороги. И даже если у вас что-то не получается, значит, нужно приложить побольше усилий. Вот так вот. У любого человека что-то получится. Что в блогинге, что не в блогинге, везде. У вас все получится. Верьте в себя. Да. И верьте в ближних. Все, люблю, целую, увидимся на мукбанке. Пока-пока.